Успех – это усердная работа. Об этом рассказал студентам трехкратный чемпион мира по фитнесу Дмитрий Ешанькин. Маленького Диму в тренажерный зал в Димитровграде привел его прославленный отец, звезда бодибилдинга Александр Ешанькин. Такой пример для подражания позволил Дмитрию не сдаваться и покорять все вершины. Первая серьезная победа ждала его в 22 года. Дмитрий Ешанькин тогда в первый раз стал чемпионом России. Любовь к физическим нагрузкам звездный тренер прививает и своему сыну Юре. Приверженность к тому делу, которым ты занимаешься и любишь, оно приводит к успеху. В последнее время я работаю со звездами спорта. И со спортсменами работать легко, комфортно. И для меня, как для тренера, это и мотивация, и удовольствие, и вызов сделать суператлета еще лучше. На встречу пришли студенты факультета физической культуры и реабилитации УЛГУ. Они пообщались с именитым тренером, задали свои вопросы и сами рассказали, что значит успех для них. Именитый спортсмен признался, любимое дело и большой труд могут привести к большим успехам в жизни. Для нас на самом деле большая честь встретиться с чемпионом мира по фитнесу, так как мы являемся не только студентами Ульяновского государственного университета, но также мы являемся студентами факультета физической культуры и реабилитации, что для нас является хорошим навыком в общении с такими важными людьми. Уроженец Ульяновской области Дмитрий Ешанькин спустя годы отметил, как похорошел регион. Он рассказал студентам, что в планах у него впервые посетить Ундеры и найти настоящие тимберцы для своей коллекции трофеев. Светлана Карпухина, Олег Тоньшин, Улправда ТВ.